Главное не повредить чугунину, а то потом очень сложно будет менять. В общем, лучше аккуратненько все делать. Чугун очень хрупкий. Да, чугун очень хрупкий. Пошел ароматный запах свежего бриза. Наш толчок наполняется запахами роз. Так, ну вот мы расчеканили чугунную фанину. Теперь нам надо собрать, примерить все. Ну, для сборки, для удобства мы снимаем резинки, чтобы это все примерять было нам удобно. Все, и так временно собираем, потом уже начисто с резинками. Главное не забыть их вставить обратно. Так, пошуруй. Еще. Пошуруй тряпки-то. Вот мы зачистили ножом чугунную фанину и, собственно, вставляем резинку специальную, переход на пластик. Немного силикона не повредит. Фанину, это чтобы легче было вставлять, можно силиконом, есть, конечно, специальные смазки, но за неимением специальной можно использовать силикон. Так она легче вставляется. Вот. Все, ну и дополнительная герметизация.